Ну что, друзья, в общем, решил я еще бой снять, так сказать, на сон грядущий. Ну, у меня сейчас 10:30 уже ночи почти. Вот, еще раз, что-то у меня сегодня день ГВД прямо, вот. Третий бой мой будет снят, но отрендерен только один, то есть отрендерю я этот бой уже только завтра, вот, потому что сегодня уже не успеваю. 32 участника, вообще-то я ожидал побольше в такое время народу, на самом-то деле выходной и вечер, все дела, всего 33 участника, в прошлый раз было 50 с лишним. Вот, и на этот раз я попытаюсь, по крайней мере, действительно попробую попытаться выиграть, что-то подумать. Поучусь пользоваться линейкой инициативы. Вот. И все, давайте тогда ожидать. До встречи в бою. Так, отлично, поединок сразу же состоялся. То есть с первого же раза перед нами маг разрушитель. Это просто-напросто бич темных демонов, так говорят. Так, умелка у него 8-я, прям как у меня. Гильдия воров у него нулевая, гильдия рейнджеров тоже нулевая. Ну, ему инициатива, в принципе, не нужна. Вот эти ребята железные, они очень вольно бьют. И он играет в основном от них, да? Так, джинны эти, будет он делить джинов, скорее всего, чтобы проклинать меня. А гремлина запрет в коробку. Такие расклады. Так, что же я буду делать-то? Ой, я не посмотрел, есть у него маги? Так, маги. Магов у него нет. Есть ли тогда смысл делить искусительниц, я даже не знаю, ребята. Делить. Ну, чтобы кого-то одного взять только, да? Чтобы делить, можно какого-то двоих взять, но на небольшое количество хода. Ладно, я попробую поделить. Так, на сей раз не 6 поставлю, а 8. Одну поставлю сюда. Вторую поставлю выше. Так, привет, привет, сейчас поздороваюсь с тобой, я не посмотрел твою защиту, ну да, у тебя все хорошо, у тебя все на уровне, и атака, и защита, и прочие фишки такие. Так, ага, надо мне как-то сделать так, твою мать-то, надо мне разделить, нет, я тогда местами поменяю. Вот сюда поставлю, потому что сюда иначе может пойти огненный шар, да? Начальное искусственное чародейство. Хаоса у него нету. Давайте я поделю еще пещерных. Одного поставлю сюда. Коня посередине. А этого сюда. Ну все, давайте здороваться. Привет. Привет. Так, я не уснул, так что ничего. Не переживай. Развернем экран. Посмотрим, что получится. Но вообще с ними, говорят, тяжело очень. Особенно темным демонам тьмы. Так. Он будет стоять в обороне, скорее всего. Ему нет смысла куда-то бежать, рыпаться и прочие дела. А мне нет смысла стоять в обороне, я считаю, ребята. Поэтому мне надо выходить вперед. Но не под Ракшасу. А Ракшаса будет стоять в обороне наверняка тоже. Ну, вряд ли он будет выходить и бить моего коня, верно? Неужели? Ну, хотя он может, с одной стороны... Смотрите, вот джины, да, одним джином он может прождать Ракшаса и выйти, ударить, а джином, которым он прождал, он может прикрыть коробку обратно. То есть удар Ракшасы будет больнее. Но если он выйдет Ракшасой, он ее, в принципе, может потерять. Ладно. Ракшаса, Ракшаса, Ракшаса. Ну, давайте я сюда выйду тогда, вниз. И выйду прямо на гремлина, да? Ну, вообще, да. Хорошо. Выходим сюда. Ой, вот это вот глупость я, ребят, сотворил. Страшную глупость. Нужно было делить вот этих ребят на двое. И его герой ходит прямо после меня. Вот сейчас что делать? Воровать у него ману или просто отойти из-под огненного шара? Как вы, ребята, думаете? Много ли я сворую? Я сворую 10 единиц. Отойти из-под огненного шара. Либо просто молния полетит, либо шар полетит. Ладно, я попробую перестраховаться и отойти сюда. Ну, шар может полететь сюда, да. Ну, я просто пытаюсь... Я здесь создал такую, да, обстановку. Об этом я, конечно же, не подумал, что я ситуацию под огненный шар сделал. Магическая ловушка. Магическая ловушка у нас установилась, скорее всего, под Ракшасу. Для прыжка моего демона. Вот в чем может быть веселье. И одна под коня, куда-то под гремлина, возможно, установилась.
Джины сейчас будут проклинать, ослаблять. Вот это очень плохо, очень крайне плохо. Теперь он просто какашка, ребята. Он просто какашка. Просто толку от него сейчас нет. Можно взять Ракшу и пробить по големам. Можно выждать, порушить защиту сперва. Выждать, порушить защиту и затем Ракши ударить по големам. Как считаете? Это будет хороший ход? Или это будет фигня ход? Ой, что-то у меня не работает. Нет, я выжидать не собираюсь, ребят, потому что сейчас молния полетит. Молния полетит в моих искусительниц. Это будет атас просто. Ладно, забираем тогда Ракшу. 1,7 хода, 4,6 урона. Можно сюда встать. Потому что здесь ловушка, скорее всего, под гремлином. Если я сюда и выйду, я сам же встану на ловушку и давлю, ударю по гремлинам. Блин, вот это прикольно бы было, кстати. А что, может так и сделаем? Ну, блин, големы. Ладно, попробуем. Нет, ловушки здесь не оказалось, к сожалению. Да. То есть опять я ошибся. Блин, ну как всегда, ё-моё. Я могу прождать демоном, но ждать здесь не вариант. Ребята, знаете почему? Потому что молния полетит, наверное, даже в старшака больше, чем в искусительницу. Блин, вот это мне тоже надо было предусмотреть. Ой, ребята, как тяжело-то. Прыгать сейчас на них. Но они мне шею свернут. И големы мне шею свернут. Но если я выжду, я поплачусь за это. Я просто поплачусь за это, ребят. Молнии. И я так, так и не реализую своих демонов. Всего двоих. Ой, я вот на ловушку я и наборолся. Ха-ха-ха. Да, весело, однако. На големов замедление не действует, да? Сколько я знаю. Но еще я подставил его прямо под этого. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Замедлять или не замедлять? Нет, замедлять я, наверное, их не буду сейчас. Рушить надо, чё? А ослаблять? Да нет, на них ни хрена не действует рушить. Массовый разрушающий луч. Ну, сперва сюда. Молния либо в искусок, либо в демонов. Молния будет больная. Это все-таки маг-разрушитель. 21 колдовство, 7 знаний. У него нет восполнения маны, да? Нету. Тыдыц, по чертям. Ну, по чертям, братишка, по чертям. Это весело. На сколько ходов я смогу взять джина? Какого-нибудь. Первый пойдет шестой, да? А мне нужен какой? Мне нужен... Мне желательно шестой, конечно. Шестой джин. У него... Он же еще может что-то колдовать. Вообще может. Ладно, давайте попробую взять его тогда. Сколько ходов? Сколько ходов? 1,8. Хватит пока еще мне ходов. Защита была разрушена. Поэтому сейчас я побегу. Куда побегу? Куда? Бить тебя, что ли? 15 теряю. Ну, нехило так, нехило так. Хорошо, если я его... Блин, у него нападение 49. Ребята, он меня разотрет просто в пух и прах. Ожидаю, рушу. И тогда атакую. Еще раз. Так. Ну, сколько-нибудь маны вытяну для своих пещерных демонов. И вот теперь можно ударить, в принципе. Сколько ходов еще? Еще 1,3. Можно бить. Можно. Можно что? Да что? Бить надо. 1,2, 49, 47. Удар будет больной достаточно, ребят, болезненный. А если я ее испугаю? Я же вообще потеряю контроль. Вот такие вот, ребята, дела. Нет, тогда я, наверное, подымусь повыше. Под кого? Под джина, что ли?
Нет, я выйду вот сюда, на центр, чтобы доставать побольше народу. Что с демоном делать надо? Ну, демон, если в живых останется, его надо как-то убирать, что ли. Этот голем не отвечает бесконечно на атаки, поэтому с него можно было бы как-то снять ответку. Так, еще одна магическая ловушка под кого-то. Надо думать, под кого. Минус два чертенка. Могу кого-нибудь, что-нибудь сделать. Могу ударить. Один и три контроля, да? Могу ударить, могу какую-нибудь какаху кинуть. Но гарантии, что кину какаху, нет никакой. Ударю по этим. Или по этим. Нет, по этим ударю. Так, один и три. Да, я мог бы что-то кинуть, но мне это не на руку. Так, луч. Блин. Ну ты вообще подстава. Ну нахрен ты мне проклятие свое сделал. Так, ладно, разрушающий луч. Массовый. Не достаю, да? Ладно. Так, порушили. В принципе, я считаю, достаточно. Теперь можно будет придумать что-то другое. Ой, господи, да что ж ты делаешь-то, а? Сидит моей лошади, смотрите, охренеть, 51 здоровья. Сейчас буду погибать, да, вот. 48. Блин, вот он под себя наверняка поставил ловушку. А тебе еще 0,8. 0,8, 53. Можно унести, кстати говоря. Этого я не... Ну, у него еще мораль, но он, по-моему, колдовать больше не сможет. Он будет бить моих старших демонов. А, тут тебе... Тут она удача. Да я знаю, что она мне понадобится. Я сейчас налечу на ловушку. Вот в чем прикол. Есть ли смысл бежать его бить? Ладно, попробую. Нет, к счастью, он не поставил магическую ловушку возле себя. Но боевой дух, тем не менее. И тем не менее, я что могу придумать? Я могу придумать... Сейчас мне надо старшим демонам что-то делать, ребята. Срочно что-то предпринимать. Господи, да что ж ты делаешь-то, а? Ну ты чё вообще из меня говна сделал кусок? На тебе еще 0,8 контроля. Я успею до тебя походить потом еще раз? Успею. Надо от големов убирать его к чертовой матери, я считаю, пока что. На тебе еще 0,9, да? Блин, да что ж ты так стрёмно бьёшь-то? Ну почему? Проклятие, из-за слабости, да? Атака минус 9, проклятие минус 9. Ну это что ж такое-то? Так, враг не сопротивляется. Надо этим пользоваться, между прочим, что враг не сопротивляется. Бьём. На тебе у нас вражеский контроль 0,8, да? Так, 44 демона. Сюда может пойти шар. Но вряд ли пойдет шар, потому что на две цели это не так круто. Тем более здесь у него свои еще, да, ребята? Нет, он может своих не бить. Нет, своего все-таки он зацепит. Так, ладно, не о том речь. Могу еще спереть чуть-чуть манки. Так, итого у моих... Ну, еще по 7, по 7, по 7, по 7. Замедление, по-моему, не действует на них тоже. То есть это бесполезно. На них вообще ни хрена не действует. Давайте еще рушить тогда. Кстати, можно и замедлить остальных. Нет, замедлять не буду, буду рушить. Массовый разрушающий луч. Да, вот сюда. Ну, големов, естественно, это не касается. Големы, наверное, вообще сейчас в оборону станут, да? Че им терять? Ну, верно, все делают. Так, как вариант добить? Джинни еще 0,6. А, на Ракши еще 0,5. Успеет, наверное, еще по разу сходить, хотя я не уверен, ребята. Ой, насчет Ракши я, кстати, реально не уверен. Этих я не убиваю. Этих я могу добить старшим демоном.
Можно добить Джина. Но с этой клетки я не уйду. Нет, я, наверное, все-таки отойду чуть пониже. На голема выйду. Но тем самым я становлюсь под прямую, как бы, выстрел. Ну ладно. Продолжаем рушить Ракшу. Сейчас ловушки очередные, либо выстрелы. И удар джином. Бить буду по голему. Голема надо, блин, реально ослаблять. Но видите, я ударю по голему, и это означает, что я закрою от коня голема. Однако же, снимется как бы ответочка. И знаете для кого? Она прекрасно снимется для удара моими старшими демонами. И он это прекрасно поймет и ударит по ним молнией. Вот в чем сила, ребята. Очень неудачно, да, я здесь поставился. Так, у тебя еще 0,5. У тебя 0,6 даже. Ну, снимаю ответку. Но он поймет сразу, что старшие демоны только здесь смогут атаковать. Ох ты, прикольно, я еще и джин. А, ну все отлично тогда складывается. Для коней открыл путь. 42 защиты, блин, а у меня он под ослаблением. Жжж, по коням, черт тебя дери. Массовый разрушающий луч продолжается. Рушим как можем. Атаки у меня, я боюсь, не хватит, понимаете, атакующей силы. 0-1 ход. Раджа, собственно, все. Они сейчас начнут ходить. Не Раджа, а принцессы. Что он сделал? Магическую ловушку установил под коня моего. Блин, 3 это много на самом деле. 0-1. Еще, скорее всего, успею разок походить, да? Выйду сюда. Лошадь у меня от разложения получает по морде. Поставил он ловушку сюда. Ребят, это гарантия просто. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Может быть, сюда поставил. Но если я сюда выйду, угадаю ли я? То есть, если я стану сюда, может быть, здесь ловушки не будет. Пробуем. Да, отлично. Я, наверное, все-таки не попадаю в ловушку. Черт тебя дерит, от чертов ты, парень. Сколько? 1! Ха-ха. Ой, ребята. Ой, да все, еще этот отошел. Ну все, здесь опять у меня провал. Големы, големы, я их не пробью просто, ребят. Они всех вынесут, между прочим. А големы всех вынесут. Что у нас Ракша? Ракшу надо проклинать. Чтобы, по крайней мере, от него не получать по голове. Либо же даже не проклинать, а можно рассейку на него накинуть. Чтобы он не больно ответку, ну, отвечал не больно. И накинуться уже, наверное, на него, на нее лошадями. Демонами. Нет, я, наверное, все-таки прокляну, да? Да, массовое проклятие. По лошадям или по демонам ударит. Но он снесет всех, скорее всего, да? 30 атаки, их много. Ой, демон. 15, 6. Ну вот, да. Мне говорили, что магия печально. Магия это печально. Ну вот, такие. Маги-разрушители. Ну хорошо, могу выйти напрямую. Что мне это даст? Ну хорошо, я сейчас тогда вот сюда подойду. Здесь меня прикрывает дьяволенок. Здесь я уже вообще ничего не смогу сделать. Снять ответ с голема и ударить. Кем ударить? Да никем, блин. Кем ударить? Ну, старшим демоном, конечно же. Но толку-то от его ударов уже. Он уже просто вообще ни о чем. У него еще до хрена ходов. И он ничего не сможет сделать. Ладно, тогда я пойду умелку набью хоть немножко. Джина снесу этого дурацкого. Даже одного не убиваю. Но это вообще проклятие, ребят, просто. Рода Баскер или...
Ладно, выходим вперед. Ну, сейчас он гремлином убьет моих трех чертей. И тогда Ракша добирается до искусительницы. Ну ладно. А, нет, не убьет. Ну, вот этим убьет, значит, сверху. Здесь мешает ему. Ну, это, блин, пропащее дело. Я, кстати, сам как-то думал магом-разрушителем поиграть. Да вообще магом. Мне тоже маги нравятся, как фракция поиграть ими. Прикольно. Все идет от обороны. Ну да, он убирает так чертей. Сколько? 23. Ха, давайте массовое разложение наложу. Ну как-то так, да? Это, конечно, фигня полная, на самом-то деле. Попробую вынести всех. Нет, 8 остается, к сожалению. Хотел сказать, к счастью. Нет уж. Они у меня все непомедленные, поэтому... Лиц по старшим демонам. 1-2. Что я могу сделать? Сколько у меня здоровья? 39 здоровья. 5 атаки. Одного могу убить. И он скуксится у меня на следующем ходу. Уже. Хорошо бы, конечно, если бы двое умерло, чтобы открыть проход. Я могу снять ответ и ударить по ним. Но я разблокирую сразу этих ребят. Они прокляты просто, да. Нет, я тогда... Ну, ударю тогда по этим. Я не хочу выходить отсюда. Ой, тем более он еще и в штаны нагадил. Ну, у него штанов нет, конечно. Куда он там нагадил? На землю. Кого будешь бить? Наверное, искусительница. Нет, продолжает мочить моих демонов. Демонов моих. Дедит с тебя. 38 урона от разложения. Что-то вообще никак. Ну вот, он открыл себе, да, как я говорил, ход к искусительницам. Сейчас он их убьет. 4. 4 не так много, на самом деле. Можно еще разлогу кинуть. На гремлина. Големы получают 0 от разложения. Ну, читеры, роботы, читеры. Чё, как их еще назвать? Да читовские они. Играл бы я КД, возможно бы и смог. На самом-то деле, задавить его армией. Хотя зря я выждал, на самом-то деле. Ладно, пойду добью вверх. Ах ты, собака. Хотел сказать нечаянно по-другому, ну ладно. Ну, сниму ответку уже. Под големом пока подставляться не хочу. Ударю прямо отсюда. Блин, вот. Тебя бы еще травануть, дружочек. Восьмирочек, ну толку от этого нету. У меня еще искусительницы, 5 выстрелов. И следующие плюхи полетят уже в них. И я не успеваю еще походить. Вот в чем задница, ребят. Ну и вот на тебя давай разложение. Держи. Все. Я пуст. Големы вообще нереал. Ты-дыц. Нет, он не хочет так делать. Давай, по максималке, блин. Ух ты, 2-3, ни хрена себе. Это ж просто праздник. 3. Ну, 3 это хорошо. На 3-6 хода еще. Я потроил, чтобы побольше умелки хотя бы собрать. Вроде бы как-то это зависит все, как я уже говорил.
Либо мне так с противниками не везет, либо я сам просто тупарь полный, что мне одни силачи попадаются, я ничего не могу сделать, меня все колбасят. Сколько, одного потерял, да. Голем что-то крючит, такой, типа больно. А сам симулянт хренов, на самом-то деле. Молния в эту пещерку сейчас полетит. Нет, на спуск полетела. Ну, ради бога. А что если... Нет, хотел повести голема напрямую, но я забыл про мага. Какая прямая? Ой, БД, ну ты вообще красавец. Так, на тебе уже лежит разлога? Конечно, лежит. И на тебе она лежит, да? Могу ударить, и тебе будет еще больнее. Один, два. Но мне только бить, господи, что я придумал это? Ну, давайте по нему ударю. Хотя стоило, наверное, по гремлину двинуть. Так. Давай, удар хороший? Или плохой удар был? Сколько? 38 повреждений. Осталось 56 здоровья. Не умрет, зараза. Не умрет он. От яда. Ну, добивать я его сейчас не буду. Я лучше стрельну по големам, чем мне еще делать. Крыц. А пещеркой пойду тогда бить голема. Здоровья еще много. Сколько? 18. Блин, жесть. 3. Ну, по максималке на самом деле прошло. Но сейчас ударит по ним и минус 1 точно. Да? Ну ты же по ним будешь бить. Ну правильно. Чуть наверх пошел. Так, все, скуксился, да, наш парень? Сколько ходов? Еще 1.9. Ну я тогда буду ковырять потихоньку голема, что мне делать. Сколько стрел у меня? 6 еще. Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Девочки, бежим! Да уж. Веселый бой, на самом деле. Мне понравился, конечно, хоть я и слил в очередной раз. Ой, блин. Он еще и ходит чуть ли не каждый ход. Сколько здоровья оставил? 15. Ну, сейчас пуля полетит в кого? Да хоть в кого пусть летит, все равно последний удар и все. Я говорю, вот атакером я бы, возможно, зарашил. Красным демоном. Он уже издевается, он просто бьет магической стрелой. Ох ты, боевой дух! Я еще смогу ударить, ура! Давай! Еще одного до 40 подровняем и все. Я, в принципе, доволен. Тем, что слил очередной гребаный раз. Почему не до 40? Что за жизнь-то? Да ну нахрен. Ну ладно, ребят, вот таким был бой. Большое спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот, комментируйте как-то этот бой. Возможно, я бы мог как-то, конечно, затащить его и все такое. Но я не знаю. Блин, он еще кулон воина поднял. Мой, что ли, да? Ну нет, на самом деле просто у него гильдия тактиков, значит, прокачана, что он умеет поднимать. Вот. Блин, ненависть у меня вот к этой вот проигравшей стороне.